Это «Давеча», и мы продолжаем. Хорошая новость для всех ценителей прекрасного. Ботанический сад в Кирове не закрылся с началом октября. Работу зеленого оазиса продлили. Об этом сообщили в правительстве Кировской области. Как правило, ботанический сад на Карла Маркса 95 закрывают 1 октября, но не в этом сезоне. Сентябрь был теплым, и в октябре тоже не будет слишком холодно. Поэтому сад продолжит работать, отметили в руководстве учреждения. Прогуляться там получится как минимум до 8 октября. Будет ли сад работать дольше, зависит от погоды. Между тем, теплая осень радует природными подарками. По второму разу в саду зацвела сирень и другие весенние цветы. Созревают овощи и ягоды.